На трассе под Дивногорском ВАЗ выскочил на встречку и лоб в лоб столкнулся с грузовиком. От удара большой груз слетел в кювет, а восьмерка загорелась. 47-летний водитель легковушки отделался легкими травмами и лечится дома. А вот его автомобиль полностью выгорел. Сотрудники ГИБДД устанавливают причину аварии. Либо владелец восьмерки не справился с управлением, либо просто не убедился, что по встречке едет большой груз. Директор управляющей компании «Алиса» устроил майнинг-ферму в подвале дома. Ее нашли силовики после того, как заподозрили мужчину в нечистых делах. Следователи выяснили, что в 2021 году руководитель жилищной компании заключил договор с подрядчиком на ремонт электроснабжения дома на Красрабе. Контракт почти на 3 миллиона рублей получила его супруга. Хотя ее ИП не имело права проводить такие работы, а проект и сам ремонт были с грубейшими нарушениями и с завышенной стоимостью. В итоге, по данным следствия, супругам удалось похитить у жильцов около 650 тысяч рублей. А при осмотре подвала полицейские нашли еще и майнинг-ферму, подключенную к общей сети дома. Муж и жена вину признали и готовы компенсировать вред жильцам. По всему краю изымают опасные китайские игрушки и бытовые товары. Их в регион привезла фирма «Авангард М16». В списке детские игрушки, посуда, канцелярия, пластиковая мебель, шкатулки, вешалки и другое. Продукция не соответствует требованиям технического регламента, рассказал глава Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. Поставщик сомнительного зарубежного товара попросил покупателей обращаться к нему, а в случае проблем со здоровьем сразу пойти к врачу. Движение и парковку у площади Победы трижды перекроют из-за мероприятий в Дни воинской славы. У мемориала нельзя будет ездить с 9 вечера 1, 14 и 22 февраля. Ограничения снимут только в 12 часов следующего дня. Кроме того, 15 февраля с 9 утра и до 11:30 для проезда закроют участок от перекрестка улиц Соревнования и Андрея Дубенского до Шахтеров. Водители просят быть внимательными и перестраивать маршруты, чтобы не создавать заторов. Волонтеры в очередной раз привезли хакасской отшельнице Агафье Лыковой продукты, а еще старообрядческие газеты. Им она обрадовалась больше всего. Доставили на заимку также сено для коз и посылки. Сама же отшельница не осталась в долгу и подарила волонтерам именной поясок, сделанный своими руками. Агафья Лыкова – сибирская крестьянка из семи старообрядцев, которая живет на заимке.